Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Так, ну, так или иначе, темы нашей сегодняшней беседы будут крутиться вокруг коронавируса, вокруг правительства, вокруг программы, которая предназначена для помощи малым бизнесам. Ну и как бы выделяя вот в подтемы, что ли, инициатива президента, вот его последнее выступление вчера по поводу открытия страны, открытия экономики. Тут, конечно, мнения разделились, и довольно глубокая пропасть между теми, кто за открытие, кто против открытия. Вот, наверное, с этого мы и начнем. Вы знаете, я 2 недели тому назад написал петицию, которую разместил на сайте Белого дома, Petition White House, в которой я объяснял, значит, ну там текст короткий, а потом мое выступление, как бы получасовое, где я объясняю, почему совершенно необходимо, что называется, как можно скорее, а может быть даже еще раньше, открыть страну, то есть открыть страну для бизнеса. Это не значит, что, так сказать, завтра там, не задумываясь, просто прекращаем все и начинаем идти на работу. Это просто призыв к тому, чтобы провести какой-то ряд мероприятий, которые бы привели к тому, как можно скорее открыть страну. Я объясняю, на самом деле, что будет происходить, как с точки зрения экономической, так с точки зрения социального устройства, если мы это не сделаем. Я не полезу сейчас вот в это рассказывать, а я, значит, так как я получил сразу же очень много обращений, писем, комментариев, причем от довольно близких мне людей, как ты можешь, там люди умрут, так сказать, все заразятся и тому подобное, то я бы хотел поговорить сначала вот о чем. А в чем, собственно, для чего мы, собственно, сидим в карантине? Почему это происходит? Зачем это происходит? Потому что мне кажется, что у большинства людей, хотя вроде они слова, так сказать, правильные знают, но у них в голове сумятится, и они не очень понимают, чего мы, собственно, сидим вот по домам, не выходим, там одеваем маски и тому подобное. Значит, давайте представим себе, что вот мы просидели в карантине какое-то время, значит, долгое уже, да, и мы чего-то ждем, чтобы его открыть. Мы, очевидно, ждем, да, как говорят многие люди, чтобы прекратилась эпидемия. Я сразу же хочу сказать, эпидемия сама по себе не прекратится. Значит, даже если мы уничтожим все вирусы, кроме одного, вот один остался маленький вирусочек какой-то, где вот этот коронавирус 16, да, то если, так сказать, снова, что называется, выйти на улицу, да, или просто общаться, то он прыгнет, что называется, с одного человека на другого, потом на третьего, и начнется все то же самое, потому что похоже, что все началось вообще в мире с одного человека. Значит, сидим мы не для того, чтобы мы таким образом уничтожили вирус. Он не уничтожается таким образом. Сидим мы для того, чтобы замедлить его распространение. Я хочу уверить всех тех людей, которые вот слушают передачу, что разница в количестве заболевших, при том, что мы сидим, и при том, что мы не сидим, будет совершенно одинаковое. Я сейчас объясню эту мысль, только дайте мне привести сначала 2 исторических примера. В 1918 году с приходом испанки ею переболела треть населения земного шара. Тогда земного шара населения было 1,5 миллиарда, и переболело 500 миллионов с лишним человек. В 1958 году был так называемый азиатский грипп, которым переболело где-то порядка 900 миллионов человек. А дальше в 2008 году пришел, в Америку он пришел в 2009 и ушел в 2010, так называемый свиной грипп, им переболело уже 1,8 миллиарда человек. Тоже приблизительно на тот момент там треть населения земного шара. То есть, судя по тому, что 3 раза уже происходило, а может даже больше, приблизительно треть населения нашей планеты переболевает вирусными заболеваниями, которые передаются от человека к человеку с такой, так сказать, скоростью, как передаются вот испанка, скажем, и свиной грипп, и вот этот вот наш, сегодняшний, 19-й. А зачем же мы сидим? Если все равно заболеет
треть населения земного шара. Зачем мы сидим по домам? По одной очень простой причине. Потому что у нас не было достаточного количества коек в госпиталях, натренированного персонала и необходимого всякого, так сказать, там, машин, не знаю, там, так сказать, продувателей, каких-то там чего-то еще, медикаментов и т.д., чтобы одновременно принять огромное количество людей. То есть, иными словами, госпиталя, так сказать, больницы, не знаю, там все что угодно, были настолько переполнены, что люди просто штабелями бы лежали рядом и, не знаю, там убирали бы или дома сидели бы и тому подобное. То есть у нас бы, как говорят, коллапснула система, не знаю, дурацкое, так сказать, слово по-русски получилось, может, его нет такого в русском языке, разрушилась бы, да, полетела. Система здравоохранения. То есть, еще раз, единственная причина, по которой мы держим людей по домам, это чтобы не быстро распространялся вирус, а он будет распространяться в любом случае, а медленно. Вы понимаете, что я говорю? Это значит, что все равно заболеет треть населения США, как вот с 2009 года по 2010 год, с апреля по апрель, 12 месяцев, пока был свиной грипп, здесь заболело 60 миллионов человек. Умерло 12 тысяч, но заболело 60 миллионов человек. То есть, господа, это опять совместимо, так сказать, с теми цифрами, о которых мы говорим, может быть, не треть, а четверть была на тот момент населения. Да? На сегодняшний день сколько в Америке больных? Я сейчас не смотрел в последнее время. Там 500 000, 1 000 000. Я, честно говоря, просто за этой цифрой не очень следил. 500 000, скажем. Да, почти, да? Ну, окей, вокруг хорошо. 500 000. То есть, 600, мы еще до 600. Вот этого, мы сейчас затормозили. То есть, вопрос, весь вопрос заключается только в одном. Есть ли у нас достаточное количество коек, есть ли у нас достаточное количество вентиляторов, и есть ли у нас достаточное количество медикаментов, которые, так сказать, врачи решили, что надо применять там, в таких-таких-таких-то случаях. Да? Итого. Представим себе, что у нас есть все это. Значит, смысл имеет открыть дома, запустить, дать возможность молодым переболеть и больше не бояться этого, дети вообще не замечают даже этого. Если только у них нет каких-то болезней, которые, скажем, легочные или что-то еще, это совершенно отдельная история. Ты таких людей, такую группу риска, ты пытаешься удалить и держать их в изоляции, пока не найдем лекарство какое-то или что-то еще. Да? Потому что они могут умереть от этого. Но это держать группу риска. Причем не по возрасту, а именно по предрасположенности к определенной болезни. Мы уже знаем по Италии, по Нью-Йорку, там, по Китаю даже какие-то сведения просачиваются. Они все врут, но какие-то сведения все-таки просачиваются. Значит, у нас уже есть, господа, в одном только Нью-Йорке лишних 20 тысяч коек. Вы заметили, что последнюю неделю или две вообще никто не говорит о вентиляторах. Как выяснилось, вентиляторов больше, чем надо. То есть такое количество этих вентиляторов, что в Нью-Йорке просто даже не знали, что они лежат там тысячи, лежат уже полученные, а все кричали, что они их не получают. Уже губернаторы начинают звонить друг другу и говорят: слушай, я немножко больше купил, чем надо, тебе не нужно случайно купить у меня? Говорят: не надо, у меня самого слишком много. Значит, с койками проблем нету. Два корабля, один стоит на 4000 коек стоит у Нью-Йорка, второй 2000 с лишним коек стоит у Лос-Анджелеса. Это военные корабли, военные госпиталя. В Джарвисе, в центре, на 2900 коек там организовали в центре. Ни одного там чеку нет, там никого нету. Пустой 2500 коек стоит, полностью организованных. 20 или 30 госпиталей только в Манхэттене вообще пустые. То есть у нас достаточно госпиталей, они просто не были оборудованы к эпидемиям, к пандемиям, да, к вирусам. Значит, сейчас их оборудуют. У нас не было достаточно людей, которых, значит, натренированных на это. У нас достаточно людей уже сейчас. Нам надо защищать, я не знаю, там, пожилых врачей. Окей, нам на это есть все. То есть между открытием и закрытием только одна разница. Быстро все мы это получим одновременно, ну, там, более-менее, в течение месяца-двух, да, или мы будем это получать в течение года медленно. А вот теперь давайте себе представим, что мы решили, что мы будем, пока мы не найдем лекарства от этого вот кошмара, ну, скажем, через год, через полтора мы его найдем, да, мы все будем сидеть по домам, вот,
так сказать, работать не будем, будем получать откуда-то деньги, откуда-то. То есть, это совершенно невозможный вариант, да? Неоткуда нам больше получать деньги. Еще 2 триллиона, еще 4 триллиона. И все. Кто нам будет одалживать деньги? Печатать? Печатать, значит, обесценивать. Ну, ее просто печатать из воздуха нельзя, да? На чем надо основываться? Когда ты не основываешься, на чем деньги, у тебя начинает виток инфляции начинаться. Теперь я просто хочу, чтобы вы еще одну вещь поняли. Каждый 1% безработицы в США приносит каждый год 12 тысяч самоубийств. Еще раз. А лишний процент безработицы в США, лишний, каждый, приносит 12 тысяч самоубийств. У нас 2%, у нас будет 24 тысячи самоубийств в год. У нас есть 10%, умножьте это вот на то самое количество, на 12. Да? Значит, это только самоубийство. Сколько людей сейчас спиваются? И сколько людей садятся на наркотики, потому что пресса ввела людей в такие нервы, что им надо успокаиваться. А дальше, сколько людей, у которых должны были бы заметить их раковое заболевание, не заметят, потому что мы 2 месяца, сейчас люди боятся идти в госпиталя, а врачи, когда им звонят, говорят, а, ничего страшного, сидите дома, мы боимся от вас заразиться. Да? Они не говорят ту последнюю фразу, но это правда. Так сказать, я пытался звонить в ближайший госпиталь, так сказать, по своим, так сказать, там, делам семейным. Да? Не только не приходите, вам все пришлем по почте. Что по почте? Да? Значит, огромное количество болезней, в том числе раковых, будет не поймано вовремя. Огромное количество болезней запущено, что приведет, правильно, к смертям. Теперь сколько нервов будет у людей, у тех 2 миллионов малых бизнесов владельцев, которые вылетят в трубу, если мы еще месяц или полтора будем сидеть по домам. Которые в жизни не смогут открыть. А потом они когда-то кем-то другим откроются. Но эти люди, мы их вычеркнем. То есть это миллионы людей, которых мы вычеркнем просто потому, что мы в панике находимся. Да? У нас жуткая проблема. И проблема эта не с эпидемией. У нас проблема с экономикой, с нашим будущим, с нашим настоящим, потому что жить так, как мы живем сейчас, невозможно. Можно короткий какой-то период, но необходимо принимать меры, вот сегодня, что называется, да, принимать меры к тому, чтобы в самое ближайшее время или быстрее мы могли бы открыть по кускам, по районам, я не знаю, как угодно. С моей точки зрения, подготовили все, да, госпиталя, там, так сказать, эти самые дыхалки продувательные, там, вентиляторы, все остальное, открыли все. И поехало. Единственное, кого надо защищать и закрывать, тех людей, которые могут от этого вируса, и мы уже знаем, какие заболевания, еще раз повторюсь, могут от этого вируса летальный исход получить. Их надо прикрывать и ждать, когда будет либо прививка, либо лекарство, либо, так сказать, какая-то методика лечения, которая, так сказать, там на 90%, 99% вылечивает. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, наше сидение дома на данный момент уже бессмысленно. Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. Но вообще, если мне память не изменяет, карантин определяет это изоляция людей, которые либо болеют, либо были в контакте с больными. Вот это как бы изначально суть карантина. Но то, что происходит сегодня, это не карантин, это нечто иное. Это такая как бы добровольная тюрьма, что ли, потому что всех посадили дома, больных, здоровых. Некоторые специалисты утверждают, что от коротковременного общения с инфицированными заразиться невозможно, а вот если находиться вместе длительное время... Ну, разные теории существуют. Я думаю, что было бы правильно действительно изолировать тех, кто болеет, ну, для того, чтобы сдержать массовость вот этих заболеваний. Потому что, как вы абсолютно правильно сказали, цель-то не ликвидировать. И, честно говоря, когда мы говорим о вакцине, ведь вакцина от гриппа существует десятилетия. И каждый год мы получаем вспышку гриппа. Так или иначе. В прошлом году, в 2019 году, от самого обыкновенного гриппа умерло 17 тысяч человек. И вот та вакцина, которую мы изобретем от COVID-19,
к тому времени, когда мы ее изобретем, вирус мутируется и будет COVID-20. И опять эффективно. То есть мы завакцинируем 100% населения планеты, кто-то на этом заработает охрененные деньги, я не считаю чужих денег, но, наверное. А в итоге получится, что вакцина, которую мы изобрели, на новый, на мутирующий вирус уже влияния не оказывает. И вообще, где-то мне цифра почему-то всплывает в памяти, эффективность вакцины 40-60%. То есть люди, которые даже были вакцинированы, болеют. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Леон, я встречи ждал с вами, чтобы задать вам другой вопрос по поводу выступления Трампа в среду, где, на мой взгляд, он объявил войну демократам. Но вы меня немножко задели с этим вирусом. Вы в Калифорнии, я в Нью-Йорке. Мой внук работает врачом в Staten Island Hospital. Вы уже звонили нам про своего внука, рассказывали. Да, да. Если так можно, вот давайте скажу, к теме, потому что вы уже про внука уже больше знаем. Он хирург, он хороший парень, он звонит вам каждый раз, когда он едет с работы. Мы очень рады, что у вас такой хороший внук. А суть в чем? Нет, нет, вы послушайте. Я вас умоляю, давайте очень не тратить много время на то, что мы уже знаем. Эти приборы, это цинтуха, в общем. Сережа, вот. звонивший человек не врач. Нет. 847-400-5200, телефон нашей студии. Хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы считаете, шаги, предпринятые Трампом? Дамы и господа, огромная просьба. Когда вы звоните, я понимаю, что вы из самых лучших побуждений. Но не рассказывайте о том, что вам кто-то сказал об этом, и поэтому это вот так. Даже если это ваш самый близкий человек, и он доктор наук и прочее. Но не врач вы. Значит, я говорю не о том, люди убирают, да, жалко их, жалко. Но только по статистике в Италии выяснилось, что в 2017 году в Италии умирало на 1000 человек 10,7 каждый год, в 18-м 10,5, в 19-м 10,7. И по итогам первого квартала в Италии со всеми этими кошмарами, смертями и прочее, если так будет дело продолжаться, то на 1000 человек в 2020 году умрет 10,65. Так что, пожалуйста, не рассказывайте про внуков, и не рассказывайте про то, что умирают люди и прочее, это мы все знаем. Но нельзя же быть настолько эмоционально заряженным, чтобы три сосны не позволяли увидеть лес. Ну, средний возраст людей, умирающих в Италии, 79,5. Но это не значит, что не умерло два человека до 40, умерло, да, но у всех у них были какие-то серьезные хронические заболевания. Вот, кстати, умерло всего там 19 человек в Италии, до 50, и у всех были заболевания большие. А средний возраст умирающих в Италии 79,5. И по признанию кучи врачей, в том числе выступал немецкий патологоанатом из Гамбурга, главный патологоанатом, не помню, там Баварская земля, какая там земля у них называется, да, в Гамбурге, который сказал, я вскрыл 250 умерших от, как мне сказали, коронавируса. Ни один из них не умер от коронавируса. Это все люди, которые должны были умереть вот-вот, и коронавирус толкнул их. Они бы все равно вошли в статистику 2020 года. Это уже не Италия, это уже немцы. Я не говорю, что это не страшно. Я не говорю, что это... Я просто говорю, что то, что у нас сейчас происходит, это идиотизм. Точка. И вообще каждый видит свою картину, причем объективную картину. Вот, скажем, ситуация с госпиталями и с кроватями, и с оборудованием и так далее. В одном госпитале творится... Черт знает что. Он был завален, ну, в какой-то период, когда в самый пик. Он действительно, там люди падали с ног, работали, не хватало того. А другие госпитали вынуждены были увольнять медицинский персонал, да, потому что да, там нечего да, делать. Мою дочку, которая гастроэнтеролог, просто отправили в вынужденный отпуск. Потом через два дня позвали и предложили ей работать из офиса на экране, на типа скайпе, да, то есть там на дому. Но в принципе их всех уволили, все отделение сказали, никого нету, никто не приходит. Госпиталь пустой. Пустой госпиталь. Почему? Потому что они решили, что вот эти 6 госпиталей будут работать с коронавирусом, а эти 48 не будут. Вот 48 стоят пустые. А те, что эти 6 переполнены, так они переполнены из-за того, что туда сейчас тянут любого человека с температурой.
Абсолютно. Ну вот последние. Где там в госпитале они заражаются. И это может привести к печальным последствиям. Некоторые госпиталя могут не открыться просто в каких-то сельских местностях, в отдаленных местностях, где люди потеряли работу, куда-то уехали, а потом где их взять? И денег нет на это. И денег еще какое-то время не будет, потому что бюджетов ни у кого нет. Ни один поселок, ни один город, ни один штат не может похвастаться тем, что у него есть деньги. Деньги растрачены. На сегодняшний день наш штат не, в некоторых случаях, ну, губернатор откровенно сказал, в кассе нет денег для оплаты по страховке по безработице. Нет денег. Куда они девались, непонятно. То есть люди же платили все время. Безработица должна была быть низкой. Люди, которые... Нам-то все время в нашем штате рассказывали, что у нас лишний миллиард есть. Вот сейчас посмотрим, где он. Ну как же. А, да. У нас позавчера выпущен приказ, что, значит, губернаторский приказ, что 250 миллион, 280 миллионов долларов пойдет на помощь нелегальным иммигрантам. А в то же время 70 тысяч американских подданных живут бездомные под мостами, ими никто не занимается. Но 280 миллионов долларов выделено на помощь нелегальным иммигрантам. Причем помощь денежную. Значит так, нелегальные, значит, у них нет банковских счетов. Значит, никто их не учитывает. Вот представляем себе, Сережа, сколько денег украдут из этих 280 миллионов, переводя их в наличку и выписывая ведомости. Потому что, а каким образом можно нелегалу дать еще деньги? Не чеком же, правильно? Я вот в такие подробности не вдавался, но когда я услышал эту новость, кстати, в Чикаго то же самое. Мэр, правда, не обозначил конкретную сумму, поскольку там дырка или отрицательный баланс, но сказал, что мы не оставим без внимания всех, независимо от миграционного статуса. То есть будем помогать, поддерживать финансово. И я попытался представить, каким образом они будут выдавать деньги людям, которые не имеют ни документов, они будут воровать. Ничего. Они просто будут воровать. То есть... Тонны деньги будут. Чемоданы будут под кроватью лежать деньги. Ну, сегодня вот уже подтвердилась история, когда я на днях рассказывал о том, что одно предприятие у нас местное, недалеко здесь есть город Des Plaines, предприятие, которое занималось выпуском, ну, пошивом одежды. И они, значит, ну, в связи с ситуацией с этой решили выпускать, изготавливать маски. Они очень долго там, в течение месяца добивались разрешения от FDA, чтобы FDA им разрешила, аппрувала и так далее. Они представили модели, все. В общем, прошел месяц, им дали разрешение. И они предложили нашему штату, чтобы штат закупил у них эти маски, потому что паника была, не хватает масок. Значит, наш сенатор Дик Дюрбин и губернатор Джей Би Притцкер сказали: не-не-не-не, у вас дороговатые маски, мы закупим в Китае. Они там договаривались с авиакомпаниями потратить миллион долларов, чтобы чартерный рейс отправить за масками. Сегодня вышло предупреждение, у нас есть сирена такая, система оповещения такая, что, значит, всем, кто на передней линии, то есть полиция, там, медицинские службы и так далее, ни в коем случае не использовать эти маски, которые закуплены в Китае. Маски нормальные, которые были, ну, опрованы в свое время, они N95. А вот эти маски, которые завезли из Китая, потратив на них 17 миллионов долларов, это KN95, и они не соответствуют стандарту. Мне интересно, значит, это точно получил кто-то обратку в пару-тройку миллионов долларов, а то и побольше, потому что уже в течение месяца возвращают, значит, Чехия, Словакия, итальянцы, немцы, французы, какая-то пятая страна возвращают эти маски именно по тому поводу, что это КН, а не Н, причем со скандалами и прочее. Значит, кто-то в вашем штате очень крупно получил обратку от этих самых китайцев. Ну, я уже назвал фамилии: Дик Дёрбин, сенатор, и губернатор Притцкер. Мало того, что в задницу засунули 17 миллионов долларов, так эта компания, которая предлагала выпускать маски, уволила, вынуждена была уволить с работы 300 человек. То есть 300 человек сядут на пособие по безработице. 300 человек не будут работать, ничего просто, производить. Просто сволочи. Да? Просто сволочи. И это отличительная черта всех штатов и городов, которые управляют этими прогрессивными, управляются этими прогрессивными демократами. Я не говорю, что среди республиканцев нет подонков. Но когда на протяжении десятилетий
одна партия управляет штатом или городом, ну просто налицо вопиющая коррупция, ну просто вопиющая. И все равно невдомек. Ну, я понимаю, там люди, которые сидят из поколения в поколение на велфере, которые, ну, как бы специально покупаются голоса их, чтобы они голосовали. Но когда люди, которые имеют образование, там, скажем, врачи или там адвокаты или айтишники в значительной степени, причем массово айтишники, поддерживают эту партию, но не видеть вот таких вещей, которые на поверхности лежат, я просто этого не понимаю. Просто не понимаю. Давайте попробуем принять звонок. Давайте мы уйдем на перерыв. Мы примем звонок, уже я принял, а потом уйдем на перерыв. Добрый день. Добрый день. При обычном гриппе в Америке умирает примерно 0,1%. При испанке умерло 15-20%, до 100 миллионов человек. Сейчас в Европе смертность тоже достигла 15%. Если вы сравните с испанкой, значит, вы надеетесь, что умрет опять 100 миллионов человек, и все пустить на самотек. Тем более, что когда была испанка, весь мир был измотан войной. Люди не питались, не было медицины. А сейчас все благополучно, и смертность в Европе такая, как в испанке. В Америке тоже уже 5% смертность от заболевших. А где вы такую цифру взяли? Во-первых, ни одна цифра, которую вы приводите, не соответствует действительности, кроме как испанку. Там тоже неправильная цифра. Значит, умерло 10% человек, из 500 миллионов умерло 50 миллионов. До 50 миллионов мы не знаем точно. Значит, а все остальные цифры, которые вы привели, они либо выдуманные вами, либо выдуманные кем-то еще. Потому что ни одна не соответствует действительности. Вообще ни одна просто. Ну вот так и рождаются мифы, так складывается впечатление, поэтому человек... Соответственно, ну, на что-то обиделся и позвонил, может, ему дочка там сказала что-нибудь хамское. А тут он решил выделить на это все на нас, что ему легче туда. Значит, господа, я понимаю, что можно залезть в интернет или там послушать там какой-нибудь MSNBC и выяснить, что просто специально все это Трамп делает, и он знал с самого начала и тому подобное. А кроме того, никто не помогает, а кроме того, хотят еще наплевать на здоровье людей, на их жизнь, и главное зарабатывать деньги. Что-то, я думаю, что вы, те, кто звонит, просто не услышали ни одного слова, из которого я сказал вот в начале передачи. Просто ни одного. Просто эмоция вдруг захватывает, человек звонит и выплескивает эту эмоцию совершенно непонятно зачем, что называется, на весь мир. Ну вот хочется, плохо ему стало. Давайте уйдем на перерыв. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Основная тема нашего сегодняшнего разговора – это карантин, как он должен, что он из себя представляет, с какой целью объявляется карантин, как это примерно должно выглядеть, и что нужно делать для того, чтобы страна не пошла прахом. Вот об этом примерно мы сегодня и говорим. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день, Леон Владимир, из Виленька. Я вот что хочу сказать. Это, в общем, такая, знаете, интересная штука. Сначала была русская сага, потом... было сначала глобальное потепление, нечто, что нельзя потрогать, увидеть, но через 100 лет, вот, и увидите, так... И мы поэтому введем социализм. Ага, не вышло, обломалось, не работает. Вот вторая мулька. Глобальная эпидемия. Мало кто умирает, смертность не увеличилась, где-то уменьшилась. Но неважно, колокола звучат, мы все пропадем, если не начнем все собрать опять и делить по справедливости. Вы знаете, вот такое вот ощущение сильнейшее. Это было, как вы думаете, Леон Сергеевич? Да, мне нравится, как вы мыслите. Давайте я немножко, так сказать, пофантазирую вокруг этого, да? Значит, вот как только я вижу, что мне где-то врут, то я начинаю сразу же думать, а не врут ли мне еще во многих других вещах, да? Вот я помню, в 1999 году у меня была компания, у которой были офисы здесь в Америке, были офисы в Петербурге, в Москве, так сказать, на Украине, в Японии, там, так сказать, и тому подобное. И, естественно, у нас постоянное общение через компьютеры, через всякую связь, связанную с интернетом.
И, естественно, начинают, так сказать, нам рассказывать всякие байки о том, что в 2000 году все полетит, ни один самолет не сможет летать, все компьютеры откажут. А просто вставлю, у меня, я вообще учился когда-то в математической школе, поэтому я не совсем чужой человек к математике. Не пошел, должен был идти в эту сторону, не пошел, пошел, так сказать, в театральную, но тем не менее голова, так сказать, где-то у меня там математическая. Вот я вызываю своего айтишника, самого главного, который мне уже успел несколько раз сказать о том, что, значит, надо бы вообще заняться профилактикой, вызвать специалистов, там, туда-сюда. Посадил его русский парень, русскоговорящий парень. И говорю: Миш, объясни мне, дураку, чего будет происходить? Он мне начинает объяснять, что, понимаете, значит, там вот два нуля в конце, а здесь 99, и компьютер не сам. Я говорю: опа-па-па-па-па-па. Я говорю: я когда-то, вот на самом зарождении компьютеров, когда я учился в математической школе, нас водили на, в Ленинграде. Нас водили в университет, показали нам, значит, один из самых первых выданных на гражданке компьютер под названием «Урал-2». Он был там где-то 10-12 метров длины, ширины 1.5 метра. Ты садился, у тебя такое полукруглое место, огромное, так сказать, все это. И вот он, так сказать, считал, медленно, но считал. Я говорю: я помню, что там были плюсики и минусики. Значит, да и нет, да? Он говорит: да. Я говорю: на каком-то другом принципе построен наш компьютер? Нет, говорит, на том же самом. Все, так сказать, да или нет. Я говорю: окей, скажи, пожалуйста, нолик – это цифра? Он говорит: ну да, конечно, цифра. Я говорю: она чем-то отличается от цифры, которая там называется 8 или называется 7 или что-то еще. Она цифра, да? Цифра, да? Я говорю: тогда объясни мне, почему, когда два нуля, наши компьютеры не будут понимать, что происходит, а будут сходить с ума. Значит, долго он мне что-то говорил, я ему сказал спасибо, а я его потом уволил довольно быстро. Значит, мы единственные, кто не стали платить, из всех моих знакомых, не стали платить приходящим каким-то айтишникам, компьютерщикам, которые что-то мудрили несколько часов с компьютерной системой, потом выставляли тебе счет и говорили: теперь все в порядке, ваш компьютер не сломается. Значит, 31 декабря в 12 часов, значит, переход на 2000 год. Значит, не сломался ни у кого вообще. Ахинея полная. По подсчетам, $300 миллиардов было выплачено различными коммерческими компаниями, государственными предприятиями, людям, которые подняли всю эту волну и зарабатывали на этом деньги. О том, что что-то обязательно сломается. Теперь, когда начался, так сказать, началась истерика с глобальным сначала похолоданием, нет, потеплением, потом похолоданием, потом глобальным изменением климата, потому что они уже не знали, оно будет теплеть или холодеть, или что-то еще, да? И вдруг я стал выяснять, что обсерватория в Англии, на базе которой, так сказать, что-то такое считалось и прочее, выяснилось, что они мухлевали цифрами. Это просто любые цифры ставили, которые нравятся. Значит, в разных странах рассказывали совершенно разные вещи и утверждали, что, значит, океан на разное количество температуры подогрелся. Выяснилось, что он подогревается на 0,01 градуса в год, да? То есть за 100 лет на 1 градус. А до того он охлаждался, потому что 400 лет тому назад вся Англия была засажена виноградниками. Это был самый продуктивный вина и виноградопроизводящий регион Европы, Англия. На сегодняшний день там холодно, виноград не растет вообще. То есть, оба. То есть 400 лет тому назад там рос виноград, сейчас не растет, стало холоднее. Значит, что, оно стало прохладнее? Значит, ребята, смотрите, то так, то сяк, то наверх, то вниз. И, так сказать, ось Земли немножко двигается. От этого движения открываются, так сказать, солнце попадает на другие регионы. И тут же, как только подвинуло, значит, отошло от одного региона, пришло к другому региону. Уже происходит, да? То есть все эти рассказы о том, значит, дальше выяснялись подлоги, обманы и т.д. И огромное количество ученых кричало, что да, мы все сгорим. Значит, я помню, в 1999 же году руководитель и хозяин тогда CNN, который, так сказать, его организовал и сделал, просто выступал на CNN, у него слезы были на глазах, и он говорил, что в 2012 году мира не будет, что на том месте, где растут зеленые насаждения сегодня, будет пустыня, все будет выжжено. И он умолял нас что-то перестать делать. Вот я в 2012 году осмотрелся вокруг. Ничего не изменилось вообще. Значит, а после того, как Обама купил себе поместье за $15 миллионов на берегу океана, в
в том месте, в котором, если на один сантиметр поднимется вода в океане, у него зальет его дом к чертовой бабушке. Он только что потратил 15 миллионов, переселил туда семью, да, Мартас Виньярд. То значит, не верит Обама в то, что он сам все время говорит. Значит, вице-президент Гор, который заработал 300 миллионов долларов уже на своей истерике и заработал Оскара, я не помню, дали ему там или не дали Нобелевскую премию, но Оскар он точно получил. Значит, а фильм, за фильм, значит, о глобальном потеплении. Он заработал 300 миллионов, и когда журналисты приехали к нему в дом, дом был набит всем тем, что он умолял людей перестать пользоваться, а именно огромное количество генераторов с электричеством, везде там моторы какие-то, все поднимается, опускается, стены какие-то там, стекла и тому подобное. То есть он делает все, что он просит людей в своих фильмах и призывах не делать, да? Использовать огромное количество энергии, потому что из-за этого мир наш, не знаю, свалится, что делать. То есть опять вранье, да? Я тут же сам себе сказал, я не буду верить всем ученым на белом свете, потому что далеко не все. То есть также я не верил всем компьютерщикам на белом свете, далеко не все, да? И я, когда началась эта история с вирусом, то я начал пытаться разбираться в статистике. И опять, господа, я математик где-то там, да, в самом начале. Вот у меня голова на это работает. Я до сих пор не могу разобраться в той статистике, которую подают из Италии, из Китая. Ну, Китая, понятно, да? Итальянцы, похоже, как и в Нью-Йорке, получают за больного от страховки X, за больного с вирусом X плюс несколько тысяч, а если его ставить еще на вентилятор, то 3X. Причем X этот в Нью-Йорке, насколько я помню, равен 12 тысяч за коронавирусом, 6 за такого и 36, если посадить его на вентилятор. Как вы думаете, ну, может быть, один врач нашелся такой, который, ну вот посадил на вентилятор и сообщил, что человек или люди пришли с коронавирусом, который не должен был этого делать? Ну, я думаю, что нашелся один, два, может быть, 4 даже. А может быть, и 368. Потому что руководство больниц говорит им так, не наплевать, с чем пришел человек, записываешь его как коронавирус и половину из них сажаешь на вентиляторы. Понял? Есть, говорит врач, потому что знает, сколько неприятностей у него будет. Если... А кроме того, он еще и сам получает. Так что, вот как только это начинает выясняться, я начинаю про себя думать, может быть, оно все такое, но вот такое ощущение, что дополнительно к чему-то такому есть еще огромная куча вранья. Вот. Поэтому я совершенно согласен с человеком, который вот позвонил только что, и начал спрашивать по этому поводу. Я не знаю насчет социализма. Естественно, они все время пытаются... Что такое социализм? Это просто возможность для людей отнять у кого-то, у кого есть, передать кому-то другому, по дороге заработать себе как деньги, так и политический капитал. Вот как они себе его представляют. Они не понимают, что потом будут гулаги, где их же, их детей туда посадят. Они видят сейчас очень конкретную вещь. Значит, производить деньги сложно, а... перераспределять деньги легко, провел закон, отнял, по дороге, так сказать, посадил племянника, который этим занимается, да? Все очень удобно. Так что я думаю, господа, что не так страшен черт, он страшен, но не так страшен, как его пытаются нам нарисовать. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, я бы хотела выразить свою безоговорочную благодарность и поддержку Леону. Я пенсионерка сейчас, но я работала в 2009 году, когда был этот свиной грипп, и мы работали все, и ничего не знали, ну, заболели люди, ну, извините, умерли люди, ну, что делать? Ну, никакого подобного безумия не было. И я очень благодарна Леону, что он, так сказать, я с самого начала говорила, не нужно закрывать страну, не нужно прекращать работу. Ну, я говорила, это... Вы знаете, я на секунду вклинюсь, вы очень правильные мысли говорите. Я очень благодарна Леону, что, во-первых, мои мысли он подтверждает, во-вторых, он все так очень грамотно, очень аргументированно приводит цифры. И большое вам спасибо. Желаю вам дальнейших успехов. Спасибо вам. Спасибо большое за звонок. Все очень правильно. Я только одну хочу вставку сделать, очень важную.
Дело в том, что опять наши газеты, средства массовой информации накрутили людей до состояния, при котором, если бы Белый дом не принял бы каких-то очень резких мер, я сейчас не имею в виду остановку приезда из Китая, это была очень правильная, своевременная мера, а потом с Европой, потому что непонятно, как в других странах что-то происходит, нам нужно было ограничить в Америке и привести состояние, когда мы можем построить госпиталя там и тому подобное. Ну, построить, так сказать, разбить, да, госпиталя. Военные этим занимаются. Поэтому я считаю, что Белый дом вынужден был из-за истерики всей страны, половины страны как минимум, да, пойти на какие-то меры, которые, может быть, Белый дом решил бы другим образом. И я даже представляю себе, каким уже в Сингапуре, они знают, как в Сингапуре это делалось, очень красиво это сделали, красиво сделали. И, так сказать, не буду сейчас голову вам морочить тем, кто-то интересуется, заметьте, так сказать, как Сингапур справился с коронавирусом. А как раз по принципу, так сказать, там, так сказать, ограничивать тех людей в движении, там, в контактах, которые, точка, а не всех окружающих. Белый дом пошел бы на это, если бы не было истерики. Так что политически правильно сделал Белый дом, что это сделал, а сейчас он должен сделать вторую вещь правильно. Дать возможность, условия предоставить и т.д. людям выходить из этого, прочертить план, как это делать, и не бояться говорить то, что я вот говорю, что не для излечения сделан карантин. Он сделан для замедления распространения, которое все равно распространится. Вот все те люди, которые звонят и говорят что-то другое, они не понимают. Все равно треть Америки получит этот вирус. Разница заключается в том, они получат его одновременно или в течение там года-полутора. Вот и все. Если мы будем держать за 5 лет, тогда распространяется. Но все равно все эти люди заболеют. И вот если мы готовы к этому, можно ждать лекарства 5 лет. Но тогда мы разрушим страну и дальше будем жить как зулусы в социализме, в коммунизме. Но будем, что называется, жить. Да? Вот. А второй способ – это подготовиться и отпустить страну для того, чтобы быстрое течение, которое ничем не отличается от медленного, кроме как времени, быстрое течение быстро прошло, и мы смогли бы нормально существовать. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Спасибо большое за передачу вообще. Спасибо большое за все передачи, за всю вашу замечательную деятельность. Значит, безусловно, люди просто уже не выносят сидения дома и готовы на все. Тем более, что очень многие предприятия работают. Возьмите, вот я, например, работаю. Я работаю в медицинской компании. И все, мы работаем. Мы обеспечиваем эту самую хадрин и одеваем маски, все, что нужно, делаем. И все-таки работаем. Теперь у меня вот такой вот вопрос, который косвенно относится к нашему вирусу. А какое состояние сейчас на границе? Вот с этой стеной и то, что делается, то, что строит стена, какое, что она собой представляет, есть ли там какое-то электронное обеспечение, чтобы, потому что если люди будут проходить через границу, они нам принесут еще не такой вирус, а все что угодно. Спасибо большое, я послушаю по радио. Да, спасибо тоже за вопрос, тоже очень классный, очень хороший, очень правильный и своевременный вопрос. Первое. Стена строится. Построена, по-моему, не ошибаюсь, 80-100 миль, что, конечно, очень мало, потому что нам кругом, бегом, там около 2000 миль нужно. Но дело в том, что утверждение Трампа предвыборное, что нам Мексика будет платить за стену, оно, как ни странно, оказалось абсолютно правильным. То есть он все-таки заставил Мексику платить за стену. Что я имею в виду? Физически на стену денег они нам не дают. Но они делают, может быть, даже лучше. Они охраняют нашу границу с той стороны. То есть они на их северная граница, это наша южная, да? То есть там стоят войска. У них на их южных границах с другими латинскими странами тоже стоят войска, и посредине полиция отлавливает тех, опять, не всех отловили, но 70-80-90% тех, кто к нам шел или идет, они отлавливают, останавливают, поселяют у себя в лагерях,
И дальше, если эти люди просят у них убежище, то, так сказать, не рассматривают, а если нет, то они посылают нам документы, а часть, которую они понимают, что просто ахинея и бред, отправляют обратно, ставят на свою, так сказать, южную границу и кованым сапогом под задницу. То есть, иными словами, Мексика несет финансовые расходы, потому что пытается не дать вот этим вот потоку добраться до Соединенных Штатов Америки. Теперь, почему они это делают? А Трамп просто сказал: ребята, если вы этого делать не будете, то на все ваши товары, входящие в США, будет наложен там 5-10% того самого налогов, да, таможенные пошлины. Что уполовинит то количество товаров, которые они поставляют, там, и т.д., и т.п., и полностью разорит Мексику. Поэтому тихонечко они этим занимаются. Теперь второе. Какое-то количество народу все-таки проходит. Отлавливается, сейчас никого не отпускаю. Отлавливается, сажалось, я сейчас объясню, почему я говорю сажалось, потому что уже поменялось. Сажалось некие, так сказать, лагеря, из которых, так сказать, они подавали там заявления и ждали какое-то там решение там суда и тому подобное. Так вот, значит, приблизительно 10 дней тому назад, если не ошибаюсь, плюс-минус 1-2 дня, по распоряжению Трампа очень тихо, без фанфар и без криков, значит, сопротивления от демократов, потому что они понимали, что это совершенно проигрышная ситуация, значит, все эти лагеря, из них вывезли людей, привезли их к границе с Мексикой и отправили, тихонечко подтолкнули в ту сторону. И на данный момент в лагерях вот этих, может, кто-то и сидит новый, но его скоро тоже отправят обратно. То есть граница постоянно проверяется. Они отлавливали и так людей, в этом же дело. Они отлавливали, а потом, бум, сажали их на 20 дней, а потом отпускали, говорили: придешь через год, 4 дня и 8 часов, и мы тебя будем судить, и, может быть, выкинем из страны. И никто, естественно, не приходил, да? 3% приходили, которые были уверены, что у них есть все бумажки, их никуда не выкинут. Остальные где-то исчезали, и, так сказать, все, да? У нас по разным, так сказать, от 12, по разным сведениям, до 18 миллионов человек сидит здесь. Никто не знает, может, 28, никто не знает. В Калифорнии из 40 миллионов населения, 35 у нас населения, как они говорят, с документами, а 5 без документов. Что такое без документов? Нелегалы. Да? 5 миллионов человек у нас в Калифорнии сидит, живущих здесь, каким-то образом существующих, находящих работу, каким-то образом посылающих деньги обратно к себе в Мексику и живущих там какой-то там своей жизнью. Да? Окей, прекрасно, если они могут выжить. Но только больше, значит, демократы пока что орать, чтобы Трамп разрешил проходить всем, кому угодно, через границу, кроме Берни Сандерса. Он просто сумасшедший, да? Вот. Ну, там, может быть, AOC еще будет. Значит, Окасио-Кортез. Больше никто этого говорить не будет. Поэтому Трамп сейчас делает все, что он хочет, и делает правильные вещи. Если у нас нельзя передвигаться, то почему нелегалам можно передвигаться? Вот. Ну, за исключением, конечно, руководителей таких штатов, как ваш и наш, которые находят деньги непонятно где, непонятно они откуда их воруют, откуда они их забирают, от кого они их отбирают, для того, чтобы передать нелегалам, чтобы они, не дай бог, не уехали из нашей страны, обратно к себе в Мексику или куда-то, а продолжали оставаться здесь, потому что не волнуйтесь, мы вам все предоставим. Так все прекрасно. Леон, огромное спасибо. Берегите себя. Неужели мы уже в конце передачи? Как быстро она пролетела. Хорошие вопросы были, значит. Спасибо большое и до встречи в следующий раз. До свидания.